Слыхал? Нет, я что-то прослушал. Я просто был, ну, занят, я рассматриваю твои глаза. Напишись и успокойся. Ты все, ты меня уломал на все, что хочешь, Слушай, я тут слышал, деревушка есть, да, недалеко. Как бы, ты знаешь, как туда попасть? Нет, я тебе говорю, это вообще первый раз. Я понял. То есть, ну, видишь, наш путь начинается. У тебя первый раз, у меня первый раз. Как бы, ну, то есть, это наш с Не, тобой первый раз, ну, и я считаю, ну такой как первый атмосферный. раз? О, нет. Не, я не хочу туда, слушай. Давай спрячемся с тобой в вагоне вдвоем. Нам будет менее страшно. Я встану к тебе поближе. Ты не против? Господи. Да не пугайся, так это всего лишь я. Я всего лишь дотронулся до твоей руки. Что такого? Почему ты смеешься? Я не знаю. Я проснулся, у меня была мысль. Подошел к тебе, я же ничего не знаю. Что вообще происходит? Но если мы будем с Это тобой держаться вместе, то я думаю, мы с тобой найдем нужный выход и вход, куда бы мы ни искали путь. лучший выход на вход я не хочу. Сейчас типа просто так нормально Господи. выделываю. Редзона. Спасибо, что позвали поиграть. Поднял Кстати, пацану настроение. судя по звуку, это АЕК 951 стрелял. Я смотрю, ты хорошо в оружии разбираешься. Да. Ты был оружейником или, может быть, что-то свое, ну, в прошлом? Да, я эксперт по оружию. Эксперт по оружию. И Да. какие заряды тебе нравятся? И Заряды. какой калибр тебе больше всего устраивает? О, калибр 5,56. Ну, такой, я смотрю, как бы ты такой более русской внешности, да? Да. Ну, ты любишь что-то такого экзотичное, я бы сказал, да? Ну почему безотечная? Допустим, Пять. автомат Калашникова 101, который сейчас эксплуатируется в армии на определенных округах. Он использует патрон 5,56. Ты бы тоже хотел Это... использовать патроны 5,56. Я растроган твоими речами, вот честное слово. Это... Я не хочу тебя загонять, конечно, но это перебор, братан. Да, я Это, просто... конечно, все хорошо, но вот такие намеки, это жестко. Я сейчас понимаю, у нас новая с тобой ступень в наших отношениях. Это бытовуха, что ли? Я думаю, мы можем просто, ну, пропустить этот момент, как бы, и, может быть, сразу приступить к примирению. Мы пожмем друг другу наши сильные мужские руки, как бы, ну, улыбнемся друг другу, смотря в глаза, как бы, пойдем сядем к костру. Теперь можем пройти к костру. Это ебануться просто. Как ты думаешь, все-таки стоит проверить, что там за стрельба была, хотя бы издалека? Вот у меня только пистолет Макарова, типа. Я не хочу с пистолетом Макарова идти на АЕК 951. Он у тебя там в кармане, да? Там просто торчит дуло, что значит, что... Какой дух? Это Ну... не имеет. А, ну, пистолет Макарова. Смотрю, я тоже там Макаров торчит вовсю. Ну да, Не как бы... жителям. Я просто, когда экстренная ситуация, на меня напирают чувства, как бы... Я всегда готов, если что, чтоб ты знал. Ну я понял тебя. Достать свой пистолет Макарова с глушителем, Да, я я, понял. да. Хочешь, я разряжу свой пистолет Макарова? Пускай совершенно будет. Будет опасно. Ну так что насчет пробежаться? Все-таки. Блин, пошли, я стоплю, блядь.
Смотри, там какие-то здания, что-то. Как ты думаешь, мы стоит туда идти? Ну там свет вроде есть. Ну, пойдем сходим. И что говоришь ты? Что? Ну хорошо. У тебя это лучше получится. Тата не против, если я буду говорить с ними и указывать что-то. Мы с тобой, как бы, а не по отдельности. Хорошо. Мы с тобой вместе. Блин, ты так мило это сказал. Пацан просто зашел и уже получил дозу настроения. Слушайте, тут что-то пришло, типа выйти на КВ, я не знаю. У меня есть ли рация с собой? Не, нету рации, да у вас это самое. Что пришло? Давай, да. Тебе, это тебе птичка. Я как бы не знаю, птичка поет, но я... Да, птичка напела, КПК же нету. Ты купишь мне КПК? Куплю. Похоже на какую-то тюрьму, что ли, я не знаю, какие-то вышки, забор высокий. Может, ну да, что-то такое, видимо. Слушай, ну если свет есть, я думаю, там кто-то должен присутствовать. Да, сейчас приедем и позовем. Есть кто-нибудь? Здравствуйте. Ой-ой. Слушай, мы можем с тобой вместе шлагбаум поднять, потому что я один, скорее всего, не справлюсь. Вдвоем всегда сподручнее. Ого, какой ты сильный. Слушай, ты один справился. Слушай, ну если они начнут быковать, обитатели, я думаю, ты с ними справишься. С такой силой. Это точно. Ты веришь, что нам сюда там какой-то еще есть выход или что-то? Какая-то тропинка. Я люблю налево ходить. Так, стоп. Это... Ладно, потом об этом поговорим. Давай, открывай. Нет, ты слушай, ну ты реально силен. А куда мы идем-то? Ты хоть примерно понимаешь? Не знаю, налево. Ну теперь-то мы идем прямо. Ну да, а вон, смотри, какая заправка. Ты говорил, что ты любишь пить, может, заправимся? Заправки, заправимся иронично. Мало ли там чего-то осталось. Что это? Тебе тоже это пришло? Ты на часы, по-моему, умные часы. Но я считаю, что у меня тебя нет никого. Я не могу сюда, господи. Это слишком. Что тебя не устраивает? Смотри, какой сзади закат. Два мужчины бегут просто спиной, несмотря на закат, как бы на рассвет или что это. Рассвет, скорее всего. Восход. Это восход. Блин, как бы сейчас не наступил утренний стояк при этом восходе. Было бы неловко. Два мужчины бегут со стариками. Скажем, что это пистолет Макаров за глушителем. У тебя настолько большой? А? У тебя настолько большой? Ого, я промолчу. Интересно, а в этой деревушке есть баня? Баня? Да. Только не говори, что ты хочешь это сам пойти попариться. Ты бы постукал бы меня веничком?
Да. Пацаны, что все согласен. Ну так надо базарить, пацаны. Когда вам скучно. Вот она топ РП. Он быкует на меня. Дай ему леща. Ушел, сбежал. Джоджи, ты мне больше не друг. Ты засал ему дать леща, ладно. Особенно сейчас кто-то годится. Так тупо выглядит. Но я его не сдамся. Чисто его сейчас обрулил.